Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а это FNAFIC, продолжение Security Breach Beach, 14 серия. Остановились мы на том, что прошли вот эту вот концовочку с Ванни. Можете ознакомиться с ней, будет ссылочка в правом верхнем углу. И можно выбрать еще два варианта, остаться или уйти. Скорее всего, если мы уйдем, будет какая-то плохая концовка. Ну, вот здесь получается каноническая, хорошая, не знаю, как ее правильно назвать. И еще сейчас мы с вами сбегаем в место, где Чику Грегори скинул под пресс с мусором. Там у нас была кнопка. Сейчас я гляну, какой у меня уровень доступа. There are areas we have not investigated. Lead the way, superstar. Да, мы еще не исследовали, получается, гольф Монти. Не забрали у него его гаточки. А давайте билеты на вечеринку роботоботу, чтобы открывать различные области в вицеплексе. Удерживайте и чтобы закрыть инструкцию. Хорошо. Остаемся. Тоже будет заставка? Нет. Фух, получается, в той... Игра? Эй! В смысле? Все-все-все, дай я отойду от двери. Тут будет бесконечно. Плес! Все. Давайте глянем на свои часы. Где можно смотреть, какой у меня уровень допуска? Вот, у меня 6-й, а мне нужен 7-й. Получается так, сбегите из пиццеплекса. Гольф Монти. Гольф Монти. Сохраняться уже можно? Пройди, пошли. Да, можно сохраняться. Еху! А, нет, нельзя. Какова была надежда, блин? А чё, это получается, если я сейчас где-то умру, я начну прямо отсюда? Это же нечестно. Очень даже нечестно. Чили Кью, ты куда? Хуже эти роботы, блин, они иногда пугают побольше, чем аниматроники. Получается, аниматроники как бы живые все пооставались, но без своих улучшений. И с поехавшей крышей. Фредди, пошли. Я без тебя ходить не буду. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Мы дружбаны. Сейчас поедем покорять. Ты не слишком будешь против, если мы у твоего друга Монти заберем коготочки, нет? Ты ж расстраиваешься. Кстати, интересно, почему они с каждым разом становится, блин, когда светишь не очень, все грязнее и поломаннее, вот смотрите. Он такой прям, ну блин, я тебя потом почищу, что глаза отводишь. Стесняется. Мы его так рассматриваем, он уже застеснялся. Они вначале были такие чистенькие, классненькие. Неужели... О, появилось. Неужели они прям такие страшные, каждую ночь становятся, и люди их... очищают для нового рабочего дня. А где гольф Монти? Выше? Фазербласт снизу. И гольф Монти, по-моему, снизу. А, ну да. Ладно, пока никого здесь нет, не будем использовать заряд. Тем более, что Рокси ничего не видит, он она ходит. Вон. Глазки-то Рокси теперь у Фреддички. Блин, а чего она плачет? Это получается, может быть, ее разум как-то борется с... не знаю. С тем, что ее поработило. Чика, кстати, Чика может нас запалить. Еще и как. Так, гольф Монти, where are you? Но это не гольф. А,
А может быть, я вот так вот могу пройти? Да, я могу пройти. Уровень доступа 10. Хрена себе, где эти доступы искать, если получается самый последний уровень доступа 7 будет. Блин, еще с этим Монти сейчас. Здесь хоть будет сохраняшка или нет? Не знаю, они такие классные, их так прикольно нарисовали. Чего ты так радуешься? Ей! Хотя мне... Блин, Фредди сказал с умом использовать. Это правильно или нет? Нужно сфотографироваться с вспышкой на территории гольфа Монти, запрещено. Так, конфискуют вас камеры. Ну да. Нам, получается, нужно забрать эту фаз-камеру и фотографировать там запрещено. То есть, как бы зайти с фотиком туда нельзя, но приобрести фотик там можно. Ой-ой-ой, что такое? Ого! Монти что, стал огромный? О, у меня вправо в наушнике горчит что-то. Блин, какого хрена сохранения не работают? Вы представляете, вот это мне нужно будет сюда бежать каждый раз. Очень приятно. 1, 2. Куда мне вообще надо? Ой-ой-ой-ой. До лестницы он, получается, не едет. Куда ты вообще едешь? О, тут можно с Фредди ходить. Вау. Прикольно. Такое все затуманенное. Раз нам дают возможность пройтись с Фредди, идем с Фредди. Тихо, игра. Не зависай. Тут можно пофаниться, но мы этого делать не будем. Куда надо? Тут закрыто. Это отсюда я спустилась, походу, да? А вот сумка. Пропустите. Попутите. Так. О, хорошо, хоть отсюда можно взять. Я надеюсь, они меня так не запалят. Вспышки запрещены. А ну, где оно? Внимание, фотографироваться вспышкой запрещено. Конфискованная аппаратура хранится в комнате охраны аттракциона Гольф Монти. Хорошо. Мне нужно найти комнату у охраны аттракциона Монти. Окей, куда-то можно пройти дальше. Блин, ну Фредди вообще грязный, страшно. Скорее всего, нужно сюда. Зайди в нее и попробуй найти способ остановить Монти. Мне, получается, надо было всех поубивать до вот этого вот момента с финалом. Начинается. Теперь у меня 7 уровень допуска. Пропуск позволяет открывать. Хорошо. О, ты здесь. Давайте еще раз глянем. Я все взяла.
А, нет, тут еще вот подарок. Класс, получается, с глазами я могу видеть всякие фишки. О, на фоточке Рокси. Looks like an old camera. That. Блин, я бы могла пропустить фаст-камеру. Так, для оглушения всех ботов поблизости нужно нажать просто на мышку. После использования требуется перезарядка на станции фонариков. А ее один раз можно использовать или что? Это фаст-камера, если ты попадаешь в неприятности, воспользуйся вспышкой камеры. Сменить предмет. Так у меня уже есть этот, пушка. Вспышка не работает на Монте, поскольку уносит солнцезащитные очки. Так на него тоже только пистолет. If you are in trouble, use the camera flash to stun the other animatronics. Keep in mind that it will not work on Monty due to his sunglasses. Я вижу все подарки, класс! А что мне дальше делать? О! Давай проезжай. Быстрей, быстрей, быстрей. Есть, успела. Хотя зачем мне это все? Тут ничего нажимать не надо. А может быть надо? Нет. И куда надо идти? Просто уходим? Просто уходим и все? Блин, эти крокодилы, это ужас какой-то. Так. Куда мы здесь поднимемся? О, тут что-то можно. Давайте сразу я поменяю на... Ага, фаст-камера на троечку. Мне об этом почему-то не сказали. Нет тут никого. Так, а какое у меня задание? Уничтожить его? Задание. Сбегите из спецплекса. Так. Секретная смесь Монти. Адреналинщик. А, исследовать вентиляцию на территории Трен-лабиринта. А где это находится? Да где-то здесь? Знаете что, давайте я сейчас попробую вернуться вот там, где я говорила про Чику, куда мы ее скинули в мусорку. Пошли. Попробуем отсюда сбежать через ту дверь. А потом будем тогда искать вот этот вот лабиринт. А что еще делать? Я просто не знаю. Тут получается как бы по фасту я все получила. Ну, блин, не знаю. Может быть, мы в этом лабиринте узнаем, как уничтожить Монти? Потому что сообщение... Где у нас тут?
За лабиринтом. А, я, кстати, не читала. Я по-прежнему не могу установить причину лазающих звуков в системе кондиционирования. Там Монти, наверное, лазит. Это уже пятый вызов на этой неделе. Если получится добраться до этого дурацкого ветканала за комнатой с тренировочным лабиринтом, то я смогу выбраться на мостике над аттракционом Гаттергулф и выяснить, что происходит. Может, работники лабиринта знают, как можно туда попасть. Блин, так все-таки мне нужно... Лабиринт там где-то? Забраться на мостки? Если получится добраться до этого дурацкого вент-канала за комнатой с тренировочным лабиринтом, то я смогу забраться на мостки над аттракционом. Нет, это получается где-то... Может быть, где-то здесь? Я улучшила фонарик, кстати. Здесь я не ходила. Может быть, лабиринт где-то тут? Тут ездят эти? Придурочные. Так. Но отсюда, видно, ничего не будет. Какое-то там название с лабиринтом. Может быть, здесь? Что у нас тут? А, я тут была, по-моему. Блин. Меня кто-то искать будет вообще? Тут я все брала. Низкий заряд, нет. Все, я вылажу. Туалеты. Может, здесь как-то? О, я куда-то пролезла. Ну и как бы все на этом, да? Кексики какие-то. Интересно, если я здесь спрячусь, на меня смогут напасть аниматроники? Валим. Все, значит, отправляемся туда под пресс, к Чике. А потом буду искать лабиринт. Ну, или просто вернусь на гольф Монти, потому что... А где еще? Тут, конечно, можно куда-то, наверное, залезть. Да? Или нельзя? О, я, наверное, здесь могу выйти, а ну... Да, я смогу здесь выйти, только вот... Вот эту вот, наверное, сторону. Напитки.
Я опять запуталась. Айскрим. Паста. Блин. Нет. Отвали. Ты меня не видишь? Ты меня не видишь? Ты меня не видишь? Пожалуйста. Уходи, прошу тебя. Но я же, получается, наверху, она меня не должна заметить. Что, она потом пойдет сюда? Все, я ухожу. Вот сюда вот. Нигде сохраниться, блин, нельзя. Кстати, если вот этого маленького аниматроника... Блин, а правильно я сюда иду или нет? Где она ходит? Где-то ходит. Вот здесь вот лифт. Вот здесь вот лифт. И можно будет зарядить еще Фредди. Вроде бы как. Все, отправляемся вниз. Там нужно будет найти кнопочку. Значит, мы сначала заряжаем Фреддичку. Ищем кнопочку. Ой. А что он тут всегда исчезает, когда едет со мной? Вот именно в этом лифте. Может быть, он там наверху спамится. Ладно. Сейчас все равно появится. Ага, вот. Е-е-е! Может быть, я игру сломала? Шесть часов. Типа и без когтей Монти можно или что? Где-то вот тут вот. Должно быть. Где-то должна быть кнопочка. Здесь мы убили Чику. Вот она, вот она, вот она, ребятки. Вторая концовка, да? Ну, в смысле? У меня же этот. Где? Седьмой уровень доступа. Грегори, you have a choice to make. Ой, и здесь мы, получается, можем уйти. You can go, or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on. Он, получается, говорит то же самое, но почему-то здесь... тоже есть выход. Давайте уйдем. О! Йиху! Сейчас смотрим, какая-то концовка. Файзер Бласт. Врум-врум! Врум-врум, мазафака, врум-врум! Это Грегори уехал? Привет, возьмите карту. Нам пофиг, мы уезжаем. А, Фредди вместе с нами, получается, уехал. Ого, он умеет водить.
Где он научился? Come back real soon. Эпично, прям GTA-шка какая-то. В общем, Грегори стащил грузовик, стащил Фредди, и мы спокойненько уехали. Что? Он же заряжаться не может. Он заряжается только там. У меня мурашки, блин, неужели все? Так. Получится или нет? Получилось! Он плачет. Интересно, почему Фредди ему помогает? Почему так-то? Ой, получается, здесь песенка совсем другая, потому что в первой концовке, которую я прошла с Ванессой, там была такая грустная мелодия, не знаю, там пианино, по-моему, было, или фортепиано, не знаю, в общем, грустненько было, как бы... Получается, они Фредди не смогли спасти. Одна голова осталась от Фредди. Ванесса, Грегори, а Фредди как бы все. Одно воспоминание. А тут, получается, мы Ванессу оставили. Но вдвоем счастливый конец. Это, получается, лучшая концовка. Хотя, с другой стороны, как бы злые аниматроники пооставались, и дети будут дальше пропадать. Класс. Не знаю, мне нравится концовка эта. И, скорее всего, лучше проходить уже в следующей серии каноничную концовку, потому что надолго получится. А тут как бы все, в принципе, понятно. Выходит, что для того, чтобы получить эту концовку, надо забрать все улучшения у аниматроников, получить 7-й уровень допуска после всех 3 аниматроников, и свалить с этого места не через главный вход, чтобы Ванесса не увидела. Потому что если она увидит, скорее всего, будет еще какая-то концовка, правильно? А давайте попробуем. Посмотрим, какая будет концовка, если мы просто уйдем. Можно пропустить? Нет, пропустить нельзя. О, это еще не конец. Место Фазбера у нас теперь Бегемот. Очень приятно. Ну вот правильно, получается, компания дальше работает себе спокойно, дальше дети пропадают. А ну. Откуда будет сохранение, сейчас проверим. Вот, мы можем уйти. Все, мы это уже все слушали. Уйти, нажимаем. О, уберите субтитры, уберите субтитры. Так, Грегори просто убегает, получается, оставив Фредди, оставив Ванессу, не поняв, что вообще происходит в пиццаплексе. Блин. Пропавшие дети, походу. 9 человек. А Грегори будет 10-м, наверное. Блин, так жалко, что у него дома нет, он как бы совсем бездомный. Или может быть он... Ну вот, пожалуйста, это значит худшая концовка, просто уйти. Спицеплекс. А, да, одна звездочка. А, предыдущая... Стоп, и здесь хорошая песня? Ну такой себе, конечно, финал вот этот вот с такой музыкой. Надо было что-нибудь такое зловещее, страшное. В общем, ребята, получается, я уже открыла 3 концовки. Хорошую, лучшую и, наверное, худшую. А сейчас будет каноничная. А где тогда еще 2? Тут, по-моему, 6 концовок. В общем, классно, прикольно, что они сделали вот такую вот... ну, прям, не знаю, разницу. И все концовки разные прям. Где-то все выживают, где-то никто, где-то половинка. В общем, классно. Будем тогда продолжать в следующей серии. Уже узнаем тогда, что случится в финале.
Наверное, выясним, почему аниматроники сошли с ума и почему Ванесса начала похищать детей. Ну а пока на этом все, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.